космического времени суток. С вами Виджевери. И у нас тут опять очередной ивент в Манштате. Вот. Дыхание анемонии. Предыдущий праздник цветов я не застала, потому что еще не играла в эту игру. Но зато хотя бы этот увижу. Снова разносится по округе сладостные запахи праздника ветряных цветов. Это наполненная атмосфера романтики, торжество — отличный повод, чтобы посетить город на озере и насладиться ароматами цветов и ветром свободы. А случайно обнаруженная записка станет началом путешествия, полного чудес. Так, условия участия. Достигните 18 ранга приключений, выполните задание «Песня о драконьей свободе». Но в то же время тут советуют пройти пульс Акаши и пламя Кальпы, а для этого нужен примерно где-то 30 или 35 ранг приключений, потому что это в Сумеру, после Инадзумы. И как бы, извините, но этого я делать не буду. Просто не успею. Поэтому вот, быстрый старт. Да-да-да-да. Поехали. Мондо じゃ Windbloom 祭が始まったのか？なんだか、そよ風が花の香りを運んできて、空気中に甘い匂いが漂ってるって感じがするぜ。唯一の不満は依頼がないことだけど。ふん、そんなことあるわけないぜ。きっと誰かしらオイラたちを必要としてるやつがいるだろう。早速行ってみようぜ。Привет, Тимми! С праздником! Он, правда, опять недовольный, потому что я распугала голубей. Ну, как бы, тут все люди ходят вообще-то. Собственно... Здравствуй! Мондо е ё! Йой табио! Виндобрум сай ё таносинде! Да, тебе того же, спасибо! Так, с кем там мы должны поговорить-то? С Катериной, наверное, как всегда. Ой. Конничива, Кясарин! Да, привет, Катерина. Конничива! О мацури кикан чу ни о втори то уай деките урэши дес. Чо, мошкасте, ойра тачи ни ирай га ару тте кото ка? Коре ва скоши комаримашта не. モンド人にとってウィンドブルーム祭のプレゼントというのは自分で準備するものなんです。今はモンド冒険者協会のオフシーズンと言えるでしょう。皆さん甘美で穏やかなお祭りの雰囲気に浸っていらっしゃいます。隣のキャッツテールの猫たちも一日中くっついていますよ。うん、ひゅーい限定人気ドリンクの発売日に寝坊して、それでももしかしたらまだ帰るかもって思って出かけてみたら、最後の2つを目の前のカップルにかっさらわれたみたいな気持ちだぜ。え、часто у тебя такое бывает? Кошмар какой. Какая интересная метафора. お二人もいっそこれを機に。旅人さん、パイモン、見つかってよかった。頼みたいことがあるの。おほ。あ、スクロースだ。Привет. Давно не виделись. Ура! Нужна наша помощь. Умай, что случилось? Хисашибурини атта томодачи ни соно ханно ва най даро? Извините. Windbloom сай но таномигото тте ваке жа най кедо. Ааа... Доу сецмей суреба? Тоникаку, аншин ште итте мите куре. Ойра тачи мо чёдо хима нан да кара. На! Угу. Ааа... わかった。実は私、騎士団から今年のウィンドブルーム祭の特別大使に選ばれたの。感謝と愛を象徴するこのお祭りで、みんなの役に立ついろんないいことをしていく役目。やるじゃないか！どうやって選出されたんだ？名前がいっぱい書いてある円の上で、エンジェルズシェアが提供してくれた空き瓶を回して、止まった時に瓶の口が向いた方に名前があった人が当選するの。странно, конечно, но ладно. Чисто случайно, странный способ. 私もそう思うよ。でもみんな曰く、公平のためなんだって。こうすれば誰でも
ウィンドブルーム祭の特別大使になれるからって言ってた。人付き合いはあんまり得意じゃないから、最初はちょっと緊張してたんだけど。でも、この肩書きは嬉しい。それに、自分を元気づける方法を見つけられたんだ。見て。Что это? Пробирка? Ты решила подбодрить себя пробиркой? Ну, ладно. Вы ученые странные люди, и мне вас судить. 試験官? うん。いいことを一つしたら、助けてあげた人の息を試験管に吹き込んでもらうの。そうすれば、幸せの吐息をいっぱい集められるでしょ? Дыхание счастья.Скорее, ты наберёшь туда очень много микробов. Ну да ладно. Нака, сугусо да на. Скроусу а соре у кенкью суру но ка? Тотемо кичёна созай да то умоу но. Ренкин джуц де скоши кайзоу суреба, кисеки га умарелю камо. Например, вирус. Ладно, 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 не будем шутить. Даже не знаю, что выбрать-то.Сахароза, сахарок, ладно. А, например, приторный цветок сахарок, да? Ой, юлаку стеру нука! Созоу стадаке де юдари га дете кичау зо! Ты что, тоже теперь ешь цветы, как ганьюй? Капец. Соре йори мо мотто сугой йо! Демо, чубун на джиккен дейта о шушу суру маде, кецрон ва мада осие раре най.錬金術師は無責任なことを言っちゃダメだからね。幸せの吐息。残るはあと一つなんだ。Ну, мы пока вроде не особо счастливы, чтобы надышать тебе туда. Хотя, можно попробовать, конечно. なんだ、そんなことかよ。それなら簡単だぜ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きをおごってくれたら、そいつを吹き込んでやるぜ。Полная пробирка запахов цыплёнка. Хуан! Коли демо, ойра нари ни атама о хинете, таскете ру да зо! Соле томо... Скроусу ва, мотто декакуте мажиме на сиявасе га ии но ка? Сиявасе но ганьюу рио то мажиме са ва канкей най йо.でも、例えば、何かを栽培したことはある？ну я лично пыталась вырастить помидоры на окне, но это, наверное, не считается. 甘い果実には、時間と汗が必要なのと同じで、収穫する喜びは、経験した辛さと正比例するの。私にとっては、効果の安定したポーションを数ヶ月かけて研究して作ること。こんな幸せこそが特別って言えると思わない？特別な幸せを得られるように、私も誰かのためにチャレンジ性のある任務を完成させなきゃ。おお、わかったぞ。つまるところ、手伝いを必要としてるやつを探す手助けをしてほしいわけだな。Она так следит за всем, а? Прям вот просто слушает каждый вот наш разговор, который тут происходит. И это очень напрягает, скажем так. Самую чуточку. Ты! Музыка сугиру дару! Има ва Уиндобрюму сай нанда зо! Демо, Эйо Киши ва кейкен хоуфу на табибито на ваке да ши. Аната тачи десра доушиёу мо най тте ию нара...Ладно, тебе не переживай, положись на меня. Хонтони? Нанька и кангай га ару? Я часто ищу работу на свою голову. Вакатта. Табибито га ю нара, ойра му тецдатте яру ё. Котоба де на. Соштара, кеккёку умаку иканактемо, ойра ва торинику на суито фулава зуке яки га таберарелу. Даро?Посмотрим. Табибито, коре ва канша то ай но мацури нан да кара. Хане цукетари шинай ё на. Посмотрим. Скроусу-сан, чотто ии деска? Има аната ате но нимоцу га тодоите. А,
今行くよ。行ってくるね。чё с ней? Что ты там такое видела? あれ、オイラの見間違いじゃないよな。あの後ろ姿ってコレイか？いつの間にモンドに来てたんだ？и правда, Коли. 声かけに行こうぜ。ну давай.Праздник ветряных цветов. Прибытие чужеземцев. Окей. Окей. По идее, с Калей мы уже встречались в одном ивенте, но я его еще не выкладывала, поэтому... Я не знаю, я если успею найти эти видео, я их выложу непосредственно перед этим. А если не успею, ну, значит, когда-нибудь потом. 荷物の確認ありがとうございます。問題ありませんよね。うん、ありがとう、マージョリーさん。な、ну как бы я не виновата, что тут ивенты такие не по хронологии, скажем так. コレイ、コレイ。あ、お前ら奇遇だな。何ぼーっとしてるんだ。困ったことでもあったのか。心配するな。大丈夫だ。さっき、あっちの記念品ショップで、モンドの童話を買ったんだ。適当にめくってみたら、本にはメモが挟んであって。謎めいてて、まるで予言みたいだ。これらを完成させれば、至福のランプを灯し、最高の祝福を手にすることができる。これら？うん。この世に存在しない花を探すこと。絶対に迷わない道案内人を見つけること。嘘をつかない人を見つけること。永遠に終わらない伝説を見つけること。合計4つの条件だ。ほら、見てくれ。オーナーにも聞いたんだけど、メモのことは知らないって。Можем попробовать спросить у нашего друга. В смысле, у Сахарозы, что ли? Она подруга? ちょっとごめんなさい。それって、なんて言うと？あ、イノシシプリンセスと言うんだ。それはおかしいね。イノシシプリンセスなら私も読んだことがあるけど、メモの内容は物語と関係ないの。知り合い？ну вообще-то да。紹介するぜ。こっちはスクロース、セピロス騎士団の錬金術師。こっちはコレイ、スメールのアビリアの森で見習いレンジャーをやってるんだ。はじめまして。はじめまして。ой, неловкое молчание. やばい。二人とも人見知りだから、このままだと空気が冷え冷えになっちゃうぞ。Вот, она читает мои мысли. Ну, собственно, почему бы и нет? Не всем же быть экстравертами в конце-то концов. Скроусу ва... この予言を本当だと思うのか？研究したことがないから、根拠のある結論は出せない。Они, кстати, немного чем-то похожи внешне. Или мне кажется? でも、主観的な見解でいいのなら、少なくとも、いたずらじゃないと思う。Почему? 童話を読むのは子供心とか私情を持ってる人だけだもの。メモを残した人もきっとそれを分かってる。Какая ты наивная, господи. А вдруг это был маг бездны? Он один раз уже маг бездны своровал детскую книжку и
вполне возможно, что в этот раз тоже как-то орден в этом замешан. Хотя я, конечно, сомневаюсь, что в ивент бы стали такое пихать, но вдруг, вдруг. Если ужо де соно джунсуйса о кегасоу то штеру нара, хидо сугиру ё. Значит, я говорю, это может быть маг бездны. Они довольно-таки бессердечные, вроде как. И контент да на. А таши ва суки да зо. そうだそうだ子供を傷つけるなんてひどいぞじゃあスクロースは祝福は何だと思うそれはだ、это будет долгий разговор, я так понимаю. あくまで個人的な意見だけど願いを叶えてくれる妖精みたいなものかなあんまり童話はたくさん読んでないから、一種の推測だとしか言えないけど、資料も研究もないし、参考にはならないかも。はあ、その推測、すごい。もっと突っ込んで聞いてみたい。でも、ずっと質問ばかりしてると、鬱陶しいって思われないかな。初めて会ったんだもんな初対面の人ってどう話せばいいんだろう да, она, конечно, конкретно призадумалась. Ты хочешь найти светильник блаженства, да? Боже. できればだけど。じゃあ、コレイさんの願いは？私の願いは、性格を良くすることかな。おぉ。え？ Интересно。え？ А что не так с её характером, кстати? それは違うだろう！どうしてそう思うんだ？コレイの性格のどこが悪いんだよ。そう言ってくれてありがとう。でも自分の状況くらいちゃんと。これいい。Это же Эмбер. この声、あれは。Ой, это же вообще сейчас классно будет. Наверное. Не знаю. Наконец-то они встретились. これいい。今回はずいぶん早かったね。幸い目がいいから、遠目でもあんたの緑色の髪の毛を見てすぐわかったよ。アンバー、最近は元気？この前あげたピタは全部食べてくれた？もちろん。コレイ、だんだん腕を上げてきてるね。え？それってコレイはまたモンドに来てたのか？Конечно, бывало. Ты что, не знаешь, что ли? うん。昔モンド城でいろんな人に助けられた。マリン病が治ってから、機械を見つけてモンドに戻って、みんなにこのいい知らせを直接伝えに来てたんだ。Ну что ж, я очень рада за тебя, наверное. ありがとう。みんな、コレイを連れて適当に回ってきてもいい？前に行きそびれたところとかに。もちろん問題ないよ。Да, конечно, можешь ее забирать. В конце концов, вы так давно не виделись. Будет здорово, если вы проведете вместе время. О, идти кой я! А что такое? Амба, куме. Коно ато, джоумон де горю сио те. Иссё ни таби штеру хито тачи то яксок штан да.今は一緒に出かけられない。オッケー、わかった。じゃあ、まずはゆっくりして。私もジン団長に休暇申請を出してくるよ。あ、うん。旅人、スクロース。ちょっとコレイと一緒にいてあげてくれる？ハラショ。後で戻ってきたら、またコレイを連れて行くね。今回はモンドの友達をもっと紹介するから。うん。
大丈夫。Да, положись на нас. じゃあ、また後で。Что такое? 大丈夫か、これいい。なんだか落ち込んでないか？ごめん。ただ、自信がないだけなんだ。気にしないでくれ。おぉ。ハンバーの友達か。うまく付き合えるのかな。スクロースが相手でも、まともに会話できてないのに。もっと自信があったら、もっと友達ができるのかな。А, так в этом плане она хочет поменять характер. В принципе, я могу ее понять, да. А, соро-соро, 時間だ. Джомоэн, 向かおう. Кто кого где? А, кстати, вот они говорили про вот этот вот светильник, да, и про того, кто может исполнять желания. Может, это потому, что светильник в плане, что это лампа, типа как джин из лампы, вот всякое такое, я не знаю. Но мне показалось, что это довольно-таки логичная мысль.Кстати, чтобы понимать вообще, какие взаимоотношения у Калеи и Эмбер, надо не просто проходить игру, надо еще и, между прочим, прочитать комиксы, а, точнее, маньхуа, а, под названием «Геншинский удар», кажется, так перевели. А, так. Куда идти-то мне надо? А, видимо, да, сюда. Капец! Какие люди! Мата огата фуша да. Нацкаши на. Соу даро не. Зенкай Мондо ни кита нова. Зуйбун мукаши даро? Сочи жа най. Хора, коулиц ёк шиготу окунасу фуша ва, ару ими, дай Махха машин то иэру даро. К сожалению, по сюжету я до него еще не добралась, но тем не менее. Сайна, вершитель таинств. Генерал Махаматра Сайна, известный на весь Сумеру, своей непреклонностью вселяет страх в сердца бесчисленных исследователей. Но хорошо знакомые с ним люди понимают, что это всего лишь образ, созданный им для устрашения тех, кто имеет злые умыслы. Исследователи склонны к преувеличению, в результате чего у них складывается довольно предвзятое впечатление о Сайно. В обычной жизни он вовсе не строгий и хладнокровный. Сайно – страстный игрок, священный призыв семерых, и с легкостью делится радостью благодаря уникальному чувству юмора. Пожалуйста, не обращайте внимания на его слова, от которых время от времени по спине пробегают мурашки. Это Тигнари. Зеленый странник. Тигнари, страж леса Овидия, многообещающий молодой исследователь, знаток растений. Завершив обучение в Амурте с блестящими оценками, Тигнари несколько раз отклонял приглашение преподавать в академии и предпочел жить в тропическом лесу среди растений. Капли росы по утрам, аромат деревьев, все в тропическом лесу так прекрасно и живительно. За исключением глупцов, которые постоянно едят не те грибы и никогда не извлекают уроков из нравоучений Тигнари. Они доставляют массу хлопот. В общем, эти двое вместе с Калеей живут в Сумеру, и, по идее, сюжетно мы их не встречали еще, потому что иначе бы у меня не появилась вот эта надпись. Однако я примерно знаю, кто они такие, Тигнари у меня есть, и в целом я очень рада их видеть здесь сейчас. Атамао хатаракасете миро. Сонна не вакари никукатта ка? Дакара, дай Махаматора то, дай Махама... Таскатта. Сено. Они называют его Сено. Кто это? Извиняюсь. Скроус, да, сисё. Скроус – это Сеппирос Кисидан – ленкин-дзюцуши. Има сириятан. Скроус, кочи – Тинари сисё. Атаси но сисё нанда кедо. Юсю на ренджа-чо де. Соно уэ…あっちじゃすごく有名な植物学者なんだ。大げさだよ、コレイ。はじめまして。僕はティナリ。あなたにも先生がいるのね。
はじめまして、ティナリさん。よろしくお願いします。うん、師匠はすっごく博識なんだ。ねえ、こっちがスメール教練員のダイン・マハマトラで、セノ様。またまたすごい人だよ。よろしく。先に言っておくが、今回俺たちはプライベートでここに来ている。モンドのみんなも、職位のことはあまり気にしないでほしい。コレイも、様はつけないでくれ。呼び捨てはどうしてもというなら、さん付けでいい。そう。大した用事はないんだ。ただのコレイの付き添い。付き添いというか、無理やりついてきたっていうか。コレイは大切な仲間だし、スメールからモンドまでの道のりは遠いんだ。身の安全をちゃんと守ってやらないと。一人でだって何回か来てるのに。お前がいなくて大マハマトラの仕事は大丈夫なのか？大丈夫だ。仕事は部下と非常に頼りになる二人の助っ人に任せてある。あ、なあ、そういえばスクロースも。コレイさんも気づいた？実は天才錬金術師のアルベド先生の助手をしてるの。あなたと似てるよね。スクロース、天才なんて言葉はやめてくれ。お客さんに大げさな第一印象を与えてしまうだろう。アルベド先生、私は客観的な事実を言っただけで。Я, конечно, знала, что рано или поздно он появится, но все-таки увидеть его во плоти, так сказать, очень даже приятно. Уа! Альбедо も来たのか! なんだか賑やかになってきたぜ! Это точно. Все знакомятся и обмениваются любезностями. Скроусの の主な研究分野は生物錬金って言ってたけど、ドドリアンの解毒原理についてはどう理解してる？ちょっと待った。早速オイラにはわからない話を始めるのか？あ、при чём тут собственно ты？ あ、ドドリアンはモンドの特産品なんだ。私、ドドリアンをテーマにして研究したことがあるの。もしティナリさんも興味があるなら、レポートを探し出してお見せするよ。ただの旅行だと言ったのに。まだ薬草調合の改良について考えてるのか？今回の遠出は3人とも新しい身分でと約束したんじゃなかったか？新しい身分？俺は砂地の探検に長けた冒険者のセノで、ティナリは砲塔団の技術顧問、コレイは旅する音楽家だ。Эта игра кажется вам интересной? すごく面白い。Господи。アビディアの森の冒険者たちも暇があればモンド旅行に来てほしいくらいだよ。母風のマッシュルームは食感こそ良くないけど、少なくともお腹を壊したりはしない。ティナリさんはドドリアンの成分を抽出して特別な解毒剤を作りたいの？うん、道中素材を集めて研究してみたらやりがいがありそうだったから。わかった。ただ、水を刺すつもりじゃないけど、薬の相互的作用を研究するには、大量の実験データが必要だから、全体で研究開発にどれくらいかかるかは予測しにくいの。それに、素材の仕入れとか運ぶ時間を考えると、みんなが戻るまでに間に合うかどうかわからない。Что он там такое написал, нарисовал? Дева, бокумо тецдао. Альбедо сенсе! Имасара йоко кара кучи о даште сманай. Док киноко но кедок зай но кото даро? Мош темото ни сампл ка, соно хока но сирио о мотте ири ようなら, ато де боку ни мисете курэру кай? Соу да, соно май ни, сан нин томо, коре о мите хоши. Ой, так,
План питания на членов гостей. Ночлег. Одно из помещений господина Гёте. Предпочтительный вариант. Приемная гильдия искателей приключений. Запасной вариант ожидает подтверждения. Питание. Совместный ужин в первый день. В последующие дни гости могут выбирать рестораны и таверны города на свое усмотрение. В гостинице будет доступно все необходимое для готовки. Развлечения. С учетом предложений гостей по осмотру достопримечательностей, мы с Сахарозой, Тимеем и рыцарями Орда Фаониус сможем сопровождать их, при необходимости разделяясь на группы. Сувениры могут быть приобретены различными способами. Покупка в Великолепии Ветра, сбор на природе, изготовление с помощью алхимии и ручных ремесел. Научное наблюдение, преимущественно связанное с ботаникой. Деловые переговоры, в данный момент потребности нет. Вот это я понимаю, четкий и ясный план действий. Какой план? Альбедо, ты на лице всегда это рисовал? Я вообще не заметила. Ну так конечно, ты же не наблюдала за ним. Вот это эффективность, молодец. Тондемонай. Покейша и гиджитскомон. Онгакка-но-минасан-ва. Энро Харубару ирасшатте, 専門知識の交流をしていたところだったのに、そこに割り込むなんて失礼したね。とはいえ、モンドでのスケジュールはやはりこの地に詳しい人が組んだ方がいいと思う。どうかな？お気に召さないところがあればすぐ調整するよ。とんでもない、完璧なスケジュールだよ。今のままで十分素晴らしいぞ。オイラまでタダ飯が食いたくなっちゃったぜ。Фу, как грубо. Сайна, Тигнари, Калии, что вы думаете по этому поводу? Ойра но икен ва ии но ка йо? Мондо ни сунде най си, ойра датте райкяку да зо! Так и я тоже. Ики тодойте ирина. Боукенша мо гиджуцкомон мо, онгакка мо тайхен манзоку да. Канша суру. Соу да на. Боку тачи мо лёри ште митай ка мо. Кайшоку но токоро во пикникку ни хенкоу суру но ва доу? Тенто хари, тецудау йо!私も手伝う。おいらはこいつを連れて鹿狩りでオードブルを注文してくるぜ。モンドの冷製肉盛り合わせは特別なんだぞ。Кстати, да, хорошая мысль. よし、それで行こう。僕とスクロースは3人のお客さんたちをホテルまで送ってくるよ。また夕方、湖の岸辺で会おう。Кстати, с Альбедо я же, по сути, уже тоже встречалась, но это было так мельком на празднике вина. Я не выложила конкретно этот момент, потому что там был побочный квест, не особо интересный, и в общей сложности это заняло где-то 2 с лишним часа. Но там были небольшие, так скажем, кат-сцены, где приходили некоторые персонажи из Манштата, чисто передать привет и всякое такое. Короче, я подумала, собственно, а почему бы мне сейчас не вставить кусочек непосредственно с Альбедо, потому что, ну, там уже ничего интересного-то и не происходило, собственно. Так что давайте-ка вернемся ненадолго в прошлое на ивент по названием «О балладах и кубках» и посмотрим на мою первую встречу с Альбедо. Йоттерасай, митерасай! セピロスヒューヒューチャリティー連盟の特製料理に日用雑貨、それからお花はどうだ？Вот он идет. Нежданно, негаданно. お、見ろよ、アルベドが来たぞ。や、元気かい？Вообще, я не ожидала, что он появится на празднике вина, потому что он там нигде не фигурировал никак, но было приятно наконец-то с ним встретиться. Итак, Альбедо, принц Мела. Альбедо — это главный алхимик и глава исследовательской команды Орда Фавониус. Его достижения в алхимии принесли ему славу гения. Но гений не любит общаться с людьми, и на его лице всегда одно и то же выражение спокойствия и хладнокровия. Лишь когда он погружается в работу, проявляется его страсть. Земля и Мел. Когда Альбедо один, он всегда размышляет над сложнейшими тайнами алхимии, но, похоже, его исследования никогда не достигнут завершения. Альбедо, мо, нанека кай ни кита но ка? Хицио на моно ва току ни най кедо. Кими тачи га
騎士団の店を管理していると聞いて来たんだ。ちょうどティマイオスとの研究に進展があってね。その完成品を少し持ってきた。チャリティーイベントに対するちょっとした支援だと思ってくれ。わざわざ支援しに来てくれたのか。おいら感激したぞ。うん、どれどれ。ボトルに入ってるのは特製酔い覚ましポーションだよ。酔いを早く覚まし、頭痛を効果的に和らげることができる。これを必要としている人に試供品として配ってみてくれ。そうすればより多くのお客さんを引きつけられるはずだ。こんなにすごいもの、相当苦労して作ったんじゃないか。おや、長い間僕の実力を見せてこなかったからかな。昔の僕ならこのような研究にあまり興味なかったかもしれない。しかし錬金術の成果物で人々の生活を便利にするのは素晴らしいことだろ。そうだな。オイラ酔っ払ったことはないけど想像はできるぜ。お酒を楽しんだ後に足を滑らせて湖に落ちたり、石につまずいて転んだりしたら、せっかくのいい気分も台無しだもんな。Мы должны тебя отблагодарить. そうだ。この店の料理を持って帰って、クレイと一緒に食べてくれよ。オイラたちのおごりだ。ああ。じゃあ遠慮なくもらっていくよ。まさか、これほど見事な詳細を持っていたなんてね。料理店の立地が絶妙だ。祭りの雰囲気に合っているだけでなく、役割分担も合理的だよ。他の騎士団メンバーが担当していたら、きっと普通の雑貨しか売っていなかっただろう。お？アルベドに褒められたぜ。おいら、酔い覚ましポーションを飲んだみたいに気分がいいぞ。でも、アルベドって意外とチャリティーショップに詳しいんだな。ああ。以前、騎士団がチャリティーイベントのために雑貨を集めたとき、風景画を十数枚ほど提供したことがあってね。アルベドの絵ならきっと高く売れるだろうな。パイモンの考えは一般的な商人と似ているようだ。確かに僕の絵を独特だと思い、投資価値を見出して高額で購入してくれる人もいる。以前のオークションで僕のスケッチの売り上げが良かったから、アリスさんも何かを感じ取ったんだろう。彼女は独自のルートで僕の作品にある認定を授けてくれた。確か特許という名前だったかな。その後多くの画家が僕の風景画を模倣してモンドによく飾られるようにもなった。На самом деле я не знаю, про что он говорит, поэтому так это твой стиль. アリスさんの特許のルールでは、画家はその類の風景画を売るたびに報酬の何割かを僕に支払わなければならないことになっている。だがお金の行き先に興味はない。その管理は騎士団に任せている。富は僕の目的じゃないからね。もし何に使えばいいかと聞かれたら、うん、アリスさんが壊したものの修繕費に充てればいいと答えるだろう。でも結局はチャリティー活動に使ったと聞いているよ。Ты никогда не участвовал в благотворительной ярмарке. Она сделала для бедных больше нас. Вот это я понимаю. Настоящий гений. さすがはアルベドと言うべきか。結果は本意からそれたものだったけど、予想外の収穫を得られたし、僕も少しずつそれを受け入れたよ。Ну что ж, я очень рада за тебя. ありがとう。Вы лично готовите закуски для Альбеда. じゃあ、そろそろ僕は工房に帰るよ。商売がうまくいくことを祈ってる。協力してくれてありがとな。アルベドも研究頑張れよ。時間があったら
Вот, собственно, и все, что там происходило. Весь разговор, больше ничего. И получается, что в нынешнем Мондштадтском ивенте я буквально второй раз могу воочию лицезреть этого самого Альбеда. Блин, надо будет, наверное, пройти задание легенд с ним. Ну да ладно. В общем, возвращаемся в реальность. Да, в реальность возвращаемся потихоньку. Что я хочу сказать. В общем, сейчас в этом ивенте присутствует довольно много любопытных персонажей. Каких-то из них мы знаем, каких-то из них мы не знаем. И на самом деле мне очень нравится, что они все тут собрались, потому что у нас наконец-то появилась возможность узнать их получше. Но сделаем мы это уже в следующий раз. А пока что на этом все. Большое спасибо за просмотр. Удачи им в жизни и до свидания.